Дверь, да, надо подниматься. Ну да. Вот уже абрикосы цветет, яблоня. Да? А не вишня? Яблоня 100%. Какая яблоня? Это вишня. Это вишня цветет. 100%. Можно вот тут идти, вот так вот идти, а можно вот так. Ну как, как умный в гору не пойдет? Обойдет? Как да. Правильно, процесс пошел, Тёша. Юра первый показал. Слышишь? Так это вишня или яблоня, ё-моё, что-то не пойму. Это 100%. Это вишня. Ты скажи мне вишня. Вот она яблоня. Это груша. Это груша, да. Это груша, ё-моё. Ты скажи мне вишня. От чего любовь не вышла? Ну, ты его не слушай, у него никогда же деревья обрезает, он ничего не делает. Не, ничего не делаю, да. Он ее подсаживает, давай я лучше тебя подсажу, а ты обрезаешь. За ней нифига не успеешь, нафиг, краны покрутит. Она же легкая у нее, он ее подсаживает. Краны, не, ну, сейчас 70 килограмм стало. Сколько? 70 килограмм такая тетка. 63-64. Да весело столько, потом говорит, ой, я уже набрала. А там наоборот у тебя. Так, я не знаю, да ты что обалдел? Нормально ходит, хоть таскать не дали. Да. Ну, пружину проложила. Это соловушка свищет. Соловушка свищет. Молодец. Ты, все, сам руками иди. Кто ж мне поможет? Ну да, я... Все, сам, там под домой, там это, там нагнется, там подтянется. А как это по-другому? Да из Божьей помощи какой-то. Соловьи поют, ребята. Да. Да нет, теплее, теплее. Сейчас еще пару дней так будет, так уже тепло. Мы будем кисточка ходить. Я уже иду сейчас такие дни. Да что ты здесь ворот? Ничего тебе не мешает, солнце. Петрович. Одно не смотри, монета проходит. Да ты чё? Сколько денег уже проходит? Да? Охренеть. Тут же видишь, как у них, слышишь? Ворота. Видишь, как делается, чтобы закрывались они, чтобы коровы не ходили. Грузик вешал. Ты прошел, а ворота сохранился. Сами? Да. А зачем? Ты не закрываешь. Ты надо закрывать. Сейчас не надо. Там веревку надо убрать, тогда она закроется. Дверь там на одну дырку докинули. Это не закрывалось. Красивые места, просто красивые. Мы можем к старцу сходить, если хотите. А мы куда идешь? В монастырь. Я вот раз здесь... А, я тут не нашел. Это ребята, они могли устроиться, я как-то их сильно. Да. Юра, не получится, что потом орехи нам придется выкидать. Да съедим, поверь мне. Ну хорошо.
Ты понимаешь, мы ждем, это вот сейчас в Куплинов попали, а сейчас мы попали на другой монастырь, там еды нету, только вечером. И мы сейчас так будем так ездить все. Не пойму, откуда вода бежит, откуда-то, оттуда-то. Никто не обратил вас сколько? Во сколько мы приехали с вами сюда? Я время ищу. 112. Да нет, нам надо, чтобы потом уезжать отсюда. Автобусы же там. Вот и приходят, а те уходят. Как вода все ухоженнее и ухоженнее становится в монастыре. Народу больше стало приезжать. Паломников больше стало. А, нет, дальше, блядь, я засыпал. Дальше. Там вот для баранов было написано. Не, ну что, не видел, что ли? Я иду просто. Случайно я сюда слюни. Ну что, сразу, подожди. Да ты не видел, блядь, там овца изображена. Ну да. Вот же написано. Тут ладно. Это один из первых монастырей, напомню. Виноградник когда-то там у них прикапывать, утекать не надо ничего. Ну да, у нас там надо. Ну не прикапывай, я шифером накрываю здесь. Чтобы там она жидкость не попала. Лозы держат до 25 градусов. А когда шифером прикрыто, там никак не может быть. Даже тут будет 30, а там будет 15. От земли-то все. А мне вообще давай сказал, говорит, ну ты знаешь, теплица, его не отапливает зимой, и будет где-то 10-12 градусов. Там все, это пасть 3 метра. И земля оттуда, тебе идет тепло, всегда. Там 12 же градусов, и все время тепло. Ты что, говорит, да, я правда, мне в подвал, мне не окапывают. Мне на 2 метра вкопано в землю, в подвал. Раз, и все, и снимаем. Юра, ку-ку. Сколько это стоит? Ку-ку, где-то 33 тысячи. 35? 33. Ну, в рублях. Ну да, в рублях. Так, Юра очень правильно сделал, что сделал тишину. Ага, хорошо, я сейчас пойду. Давайте 20 минут. 20 минут, давай. Так, сейчас пойдем. А ты очки ж тут купил, да? Нет. Не купил? Я забывал там откуда.
сейчас зайдем, монаху поднимем. Мы сюда завернули. Игорек. Тут дорогу, видишь, мы все построили. Тут получше прям, тут вот такие были. А здесь поуложили. Видишь, здесь поуложили, как дороги. Да. А дрова, видишь, что подорожали? Дровами топят. Нравится эта кладка, да? Да. Классно, да? Тут просто выглядит. Капуста такая большая, глянь, чеснок, да? Да. А тут что, чеснок, еще что-то. Нельзя, а вон и он, и в твой Афон. Афон. А вот если вы обратите внимание на верхнюю часть горы, то вы видите там изображение черепа. Видите? Ну вон, видите, нос, глаз. Чуть видите? Ниже, да, на? Ну да, вот. А, ну да. Да, ага, есть. Похоже. Есть. Это вот они даже сами рассказывают. Да. Что за нами следят? А вот здесь мы копитаемся. Вот. Ну это копия, а там настоящая. Так, что тут нарисовано? Принимают посетителей с 14-16:30. Можно так же. У вас есть полтретьего? Сейчас 15:30. 15:30? 15:36. Значит, можно. Правильно я понял? Принимаются. Ого! Как она работает. Чуток посидеть бы, тут отдохнуть. А мы сейчас в Поволжский центр зайдем. Да. Чего тебе отдыхать, Петрович, скажи? Нет, чуть пересидеть так, минуточек пять. Где? Вот и потом есть? Пошли. Через. В центр зайдем. Ага, подойдем. Мы тебя ставим кофеек, хотя сами в этот зайдем, в центр. Давай. Пойдем? Да я так посижу без кофейка, а то потом буду... Воду пить. То воду пить, то писать, бегать. Кофе воду выводит из организма, ну, и да. Кальций. И овсянка, кстати, тоже. Если много есть. Овсянку не трогай. Да. Овсянку мы едим. Хорошая служба такая, ты знаешь, прямо такие энергии. Я говорю, а что к иконе не приложился? Я приложился вот как раз сейчас. А, ты сейчас вынес? Да. И более того... А что не разгинаешься, не сгинаешься? Скажи просто. Я вот так только раз... кости все растянул, поверишь мне? Вот я штырь, да, я его достаю. А начинал вот не мог. А сейчас вот, пожалуйста. Да, вот эти мышцы растягиваются. Вот петли не растягиваются только. Слышишь, Никол? Да, да. Да, ну это вот тебе как раз на службах. Я не люблю. Я плакал, потому что мне так больно было. Я не ел с тобой, да? Ага. А я просто сидел рядом с тобой и смотрел, как ты ешь. Вот видишь, опять ищет. Следопыт наш. Привет, с бабулом. Ты кто? Чё? Прости меня. Я пенсионер. А, простой. А, еще понятно, то, что российский пензи. Да, 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 тут я повторяю, что... Богородица, Дева, радуйся, благодатна Мария. Господь с тобой благословен, ты жен, благословен, получил твоего. Яко спаса родила, если душ наших. А вот это у них самый центр, администрация. Вот, да, вот здесь я прожил.
Ну туда, заходишь на второй этаж. Туда, на первый этаж, вот центр. Вот эти административные центры. Да, Россия! А войти, что ли? А, может, нельзя здесь ходить?